Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, также и коллеги. Я обращаюсь, конечно, всех на своем канале. Это Eurofish, то есть фишинг, рыбалка. Как всегда, продолжаем играть. Это шестая часть уже. Как я говорил, что будем играть. Куда я говорил, что будем там рыбачить. Насчет, ребят, хочу сказать большое спасибо за то, что вы смотрите прохождение. Но если вам нравится такие игры, то я постараюсь почаще выпускать. Так, сразу меняем нажимку. Останется. Так. Будем, как всегда, рыбачить. Спокойно. Так. Я, пожалуй, поставлю на 26, так будет лучше. Ребят, хочу сказать, если вам нравится, что я, ну, в голосовом связи присутствую, то на это видео комментарий не будет отключено. Вот, и можете написать, а записывать так или нет. Если нет, то блин, так, не повезло. Там была рыбка. Синамо. Так, что я хотел сказать? Ну да, по поводу голоса. Вот. Если устраивает, то я буду записываться вот этим. Таким образом. Но другие лишние слов будет иногда повторяться, поэтому я буду стараться помедленнее говорить, чтобы вам было нормально на записи, нормально было слышно. Блин, ну конечно, здесь программа такая для записи. Сами уже знаете, что у меня вообще денег не осталось.
Микрофон. На. Микрофона. Купить, чтобы... Вот. Но я куплю. Только придется где-то следующий месяц. Потому что у меня пенсионная... То есть деньги пенсии приходят только 7 числа. А что? Но только не всегда. Почему? Потому что это число попадается те, например, выходные. Они, если он попадет в субботу или в воскресенье, ну то и другое, то моя пенсионная фонд не приходит, а приходит на только с понедельника по пятницу, вот, потому что уже банк в субботу, в воскресенье они не рабочие. Не то, что банк не работает, просто по выходным деньги для инвесторов не перевеличивает. То есть, ну, деньги не смотрят, не посылают. Вот. Поэтому я хотел об этом с самого начала сказать об этом. Но просто я только сегодня вспомнил об этом. А до этого момента, когда я еще учился в колледже, у меня даже мысли не было возможности рассказать об этом. Потому что у меня серьезные экзамены были. Ну, помните. Вот. Не переживайте. Я все равно буду делать. Вот это будет. То есть будет нормальный микрофон, проводной, и у меня исторические истории будет дофига выпущу. Те, которые я еще не сделал. Но пока есть возможность это делать игры и тусовку. Но игровая, то есть живая тусовка, которая относится только к те, где я бываю, отдыхаю, ну, в реальности. Конечно, живой записи не запишешь, но все равно тогда запишу через планшет это, и потом тогда вернусь, я все видео выложу на компьютер, сделаю как всегда с заставочкой, вот, и выложу на ютубе. Поэтому тот живая тусовка 2, там тот и специально оставил, точнее, вот, насчет других, там, которые игровой, тусовка вторая сезон, который я уже создал и запланировал на свой месяц мая, да, это будет где
Я проснулся ушел, наверное. Не повезло. Ну ладно. Я все равно рыбачу. Чего плохого тому-то? Просто игра такая, так и буду играть. Так. А что я там говорил? А, да. Короче, тогда будет про микрофон нам... А, все, вспомнил. По поводу тусовки игровой 2. Я создал в том, что там будет торговый квартал весь. Про нее, но не каждый день, а раз в неделю. Ну, по этой игре, вот. И мы будем чисто общаться. А вы меня потом спросите, а как ты будешь читать комментарии? А очень просто. Через телефон. Буду. Или... А, нет. Я же через телефон буду использовать микрофон. А на планшете как раз буду читать комментарии. Ну, если, конечно, ближе месяца моей мая, ну, числа, если куплю микрофон раньше, то тем лучше. Но если нет, то придется. Как ты там выключился? А то поэт и кто-то живу, то есть не живой, то тусовка, а игровой тусовка будет записываться живой через Xsplit браузер. Тот самый как раз будет живая тусовка. Там будет видно вначале фото, а потом рабочий стол. Потому что выделено ваузе, он не отражается. Ну, помните. Вот. Поэтому хочу сказать, что я обрезать не буду, я буду снимать как есть. Ну, не есть, видно много мои закладки, рабочий стол, а я все равно по этой игре зайду на полный экран, чтобы бы вам было видно. Вот. Поэтому, ну, таким образом я буду снимать. Да. Ну, так. Пока это шестая. На сегодня не один день. Наверное, сделаю еще 3, получится 9 частей. Так, пока ничего нету, я надолго отойду. Скоро вернусь.
Ничего. Нету? Обидно. Ну ладно. Так, а чё я там говорю? Так. А, да. Ну, в принципе, вы все уже поняли, да? Вот. Насчет десятой части. А, по этой. Будет где-то, наверное, завтра. А может, сегодня я продолжу делать следующую часть. А десятый оставим на один день. Ну что ж, всем большое спасибо. Я с вами прощаюсь, но не получается ни там, ни здесь. Встретимся в следующем части. Всем пока.